Дональд Трамп намерен восстановить отношения США и России. Об этом журналистам рассказал американский госсекретарь Рекс Тиллерсон во время своего визита в Новую Зеландию. По его словам, президент лично попросил приложить все усилия, чтобы стабилизировать натянутые отношения и найти точки соприкосновения. К слову, Дональд Трамп и Владимир Путин могут встретиться уже 7-8 июля в Гамбурге, где в это время будет проходить саммит Большой Двадцатки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент ясно дал мне понять, Россия важный глобальный игрок, а наши отношения с ней на очень низком уровне и продолжают ухудшаться. Поэтому президент попросил меня начать процесс возобновления отношений с Россией. Сначала посмотрим, сможем ли мы стабилизировать их, а потом определим сферы взаимных интересов, чтобы выйти на новый уровень доверия.